прокатимся как-нибудь. Знаю я вас. Кого это? Братьев Бондюрант. Папа говорит, вы главная беда нашего округа. Передавай папе привет. Есть шанс хорошенько заработать. Кукурузные виски. Белая молния. Давай, Форест, потанцуй. Перед вами танцевать не буду. Ну, давай. Впечатляет. Я куплю весь ящик. А еще хотите? Вези все, что есть. Здесь 2000, без моего процента. Ты посмотри, ну прямо Аль Капоне. Ходят слухи, вам нужна помощь по хозяйству. Ну что, мистер Бондюрант, возьмете меня? Вы тут занимаетесь незаконной деятельностью. С нами особый агент. Его прислали из города. Условимся так, чтобы каждый мог работать. Неужели? Не послушаешь, я тебе такую жизнь устрою, деревенщина. Я Бондюрант. Мы ни перед кем не отступаем. Те, кто на вас напал, работали на опасных людей. В наших краях говорят, что бондюрантов ничем не взять. Они бессмертные? Знаете, что автомат Томпсона делает с бессмертными? Мы всегда выживем. Мы внушаем страх. Не будет страха, и мы покойники. Вас там ждет война. Вам не выжить. Человека определяет не его жестокость, а то, на что он готов пойти.